вот сюда, кажется, да? Вроде бы. Богомолы есть разновидность. А где мои импланты? Подожди, импланты. Вот это. Блин, я не могу здесь смотреть, это надо в клинике быть. У меня двое одинаковых богомолов, по-моему. Кажется. Скорее всего. А мне нужны руки гориллы. Тут хочется. Опа. Опа. Ля, как умеет. Так, что у нас? Клуб какой-то. Привет, Вин. У нас клиент. Ларри Фангор. Говорит, его партнер Адам выкинул его. Ага. И теперь мы выкинем его из жизни, я правильно понимаю? Ларри хочет вернуться, а мы должны ему помочь. Так. Своему опыту скажу. В клубном бизнесе без грязи не обходится. Не так быстро, юная леди. Все детали переслал. С оружием нельзя. Избежать боя? Извините, без боя не умею. Извините, без боя я не умею. Без боя это, к сожалению, не ко мне. Следующий. У меня перевес, что ли? Блин, у меня перевес, собака. Я думаю, что за херня-то? Чего я так медленно передвигаюсь опять? Без боя, говорит, зайдите в здание. Ага! Оружие еще оставь. Ага! Бегом из песни. Я тебе сейчас оружие тут оставлю. Пусть у меня награда будет меньше, но зато красиво. В кишках, крови и разорванных конечностях зайдем. Ну, примерно вот так вот. Мимо. Облом. Блин, на меня орден выдали. Сука. Это обидно. Что я сейчас сделал? Потанцевать? Я не танцую. А можно не танцевать? Можно? Блять, за бога... Серьезно? Ну я говорил, мы потанцуем в кишках, в крови. Все по кайфу чисто. Нормально. Вот это уже интересно. Ну и что у вас тут происходит интересно? Давайте пообщаемся. Что, со мной никто общаться не хочет? Я не понял. Ну как так-то? Я ж к вам с открытой душой, так сказать, пришел-то. Ну в гости, ну что такое-то, ну... Что вообще никто со мной даже... Ну, ёшки-матрёшки, все разбежались. Привет. Сидите, добро сидите. Пожаловать. Здрасте. До свидания. Ля какая, ля какая! Ты чё, блядь? Кто он? Менты пришли, твою мать. Зря я убил стриптизершу. Вот стриптизершу убиваешь, и сразу менты прибегают. И смотри. Их нельзя трогать, сука. Ай, ну кто бы знал-то, а? Я сейчас спрячусь, может быть, если повезет. Пошло, ну все нахер, согласен. Сейчас мы куда-нибудь сныкаемся. Они от меня отстанут, наверное. Ага. Ага, твою мать, беги, дура, беги. Уходим отсюда. Все, уходим. Стоп, загрузить вирус на сервер клуба, во. Установить вирус. Нормально все у меня все по плану идет. Так было задумано изначально. Чисто
Чисто по кайфу, без напрягов. Так, вирус я загрузил. Ну, в принципе, как и половину клуба перебил. Ну, или не половину, вообще весь. Я думал, тебе не надо говорить, чтобы ты не устраивала кровавый расколбас на моих Почему заказах? Не устраивать кровавый Ларь расколбас? Хотел вернуть себе клуб, а не сидеть на развалинах в озере крови. Да ладно тебе! Ладно, заказ выполнен. Все ж круто получилось. Мне понравилось. Что у нас еще тут есть? Квадро купить. Разбой вот у нас есть тут, да? Разбой есть. Что-то есть, какое-то место. Вот сюда нам надо. Разбой надо, конечно, сделать тоже по-хорошему. Разбои. Разбои шмотки бывают топовые. Охренительно топовые. Опа! Так. А я туда бегу, нет? Нет. 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 Да. Нет. Да. Ну, это вряд ли. Кто? Кто этого? Сука, сука, сука! Расслабься. Получаю удовольствие. Кто-то еще здесь, смотри. Но я не могу его подобрать. Ну, не... Да, все нормально. Так. Сука, 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 сука. Сука, сука. Легендарные компоненты и навык создан. Ну, неплохо. Скачается. Сука, сука. Ля, сука, сука. Пойдем еще одну такую же расфигачим. Что-то изи. Ну, а что не изи? Я как бы в топовом всем практически. Почему не должно быть изи? Но поэтому они все равно меня ваншотают. Если кто-нибудь по мне попадает, он меня убивает, как правило. Поэтому, ну вот так вот. Надо просто быстро стрелять. Тактично это все делать, красиво. И не промахиваться. В этом деле я спец. Ага. Можно как бы... На ВАЗде было бы авторизоваться кому-нибудь, да, там. Можно было бы подписаться на канал, было бы весьма очень даже... Весьма очень даже F5, да, F5 это хорошо. Это я вечно забываю про сохранение, про эти. Так, мне, судя по всему, куда-то вот сюда, да? Вот сюда, вот они. О, я промазал, прикинь. Опять промазал. Твою медь. Подожди, меня сейчас убьют. Дурак, что ли? Зачем ты так портовался ко мне долго? Да блин, почему он... Я не понимаю, как я по нему промахиваюсь? Да неужели? Ой, пулемет, нахрен надо это говно. Помойка из жопы. Че у нас тут? И все? Вот тебе и топ-лут. Да, блин. Топ-лут in the world. Ладно, хорошо. Здесь убили, здесь преступление, все фигня. Что у нас по квестам? Беседа о революции. Подождать звонка от Джуди. Хорошо. Прочитать сообщение от Боба. Боб Саган. Открыть сообщение. Боб, вернись в лагерь. Надо поговорить насчет Джейка.
Боб, я иду. Срочно, я бегу к тебе, Джейк. Боб, кто там? Качнем только скилл еще вот. Критический урон плюс 20%, твою мать. Это конец всему нахрен. Если оружие полностью модифицировано, вероятность критического попадания еще плюс 10%. Вы что, гоните? Надо. Но у меня нужен 16 левел реакции при этом. Тварь. Хочу, очень хочу, на самом деле. Прям вот безумно хочется так-то, да? Сколько уровней прокачки? Вроде как полтинник, насколько я понимаю. Вроде как. Скорее всего. Где ХП полоска? Я не знаю, она периодически исчезает. Я опять не туда нажал, все, забей. Она периодически появляется, периодически исчезает. Хер поймешь, что происходит вообще, как это работает и с чем это вообще жить надо. Сюда. Ну чё? Ну и чего? Ты чё, дурак, что ли? Вот. Вообще-то есть чип, который регенит ХП автоматом, на самом деле. И он, по-моему, у меня даже стоит, но он у меня голимый очень. Там есть хорошие чипы, которые прям, ну, прям регенит. У меня он что-то еле-еле там какой-то фигомотиной занимается. Что с Джейком? Выжил? Поправляется понемногу. О, видишь как? Еще день-два и встанет на ноги. Приятно слышать. Спасибо тебе, Ви. От меня и от всей семьи. Пожалуйста, обращайтесь. Задание выполнено. Какой я молодец, а. Всем помог, всех спас. Задание обновлено, не навреди. В смысле обновлено? Опять какое-то продолжение, что ли? Что ты хочешь от меня? Чего не навреди? Не, все, оно сделалось. Кровь и кость. Добраться до места финального боя. Опачки, поехали! Поехали, товарищи. Настало наше время. Нам, значит, вот сюда. Финальный бой на кулаках. Сейчас будет жарко. Как открыть шестую верху способность? Я вообще без понятия. Я не открывал ее еще. Я же ее не открывал? Или открывал? Не, она у меня закрыта. Я не знаю как. Наверное, в конце игры откроется. Хер ее знает. Может, на 50-м левеле она откроется. Как вариант. Без понятия. Меня, в принципе, тоже этот вопрос немножко волнует. Ну, я вот все квесты сделаю, когда, может быть, она тогда откроется еще, тоже вариант. А, что мне надо сделать? Подожди, надо с кем-то здесь... А, посидеть, подождать, конечно. Да, давайте, посидим, подождем. Ну, сейчас будет жара какая-то. Это с тобой финальный бой, что ли? Хоть ты... Не, я с тобой вряд ли. Они тебя ждут. Хорошо. Хорошо. Девочка в этих... В лосинах. В лосинах? Что-то похожее такое. Кто меня тут... Дай сохранимся на всякий случай, потому что меня здесь насиловать сейчас будут. Ёпты, с тобой что ли? А, это тренер Фред. Нет, это не то. Так, и что теперь? Ясное дело, что... Хьюза Бритва, да? Бритва. Нет, не знаю. У него пена для бритья спонсор. Очень, блин. Он трехкратный чемпион в тяжелом весе. Я даже и не надел. Руки голдовые. А драться с клинками нельзя. Ну, сейчас посмотрим. Если еще поставим, сходим. Да? Что, у меня есть шанс? Хороший вопрос. Ты крутая. Очень крутая. Но этот парень... Он прямо киборг.
Ну, понятно. Углеродная волокита, титановые кости, гидравлический сустав. Работа лучше биомехаников Найт-Сити. Не знаю. Может, Виктор чего подскажет? Виктор здесь? Еще спрашиваю. Он такое не пропустит. Но если уж совсем честно, шансов у тебя мало. Чисто бритва все равно победит. И заработать на его победе. Слушаю тебя. Только не здесь. Нас могут подслушать. Не, какой? В смысле подзаработать? Где Виктор-то? Может, ты мне поставишь импланты? Не, нет варианта. То, что я сейчас скажу, должно остаться строго между нами. Угу. Давай без драмы. В чем дело? Ну? В чем дело-то? Весь во внимание, так сказать. Короче, на чистоту. Я понимаю, что в спорте нужно играть честно, но жизнь – штука сложная. Менеджер нашего чемпиона хочет, чтобы он был на высоте. Чтобы весь город гудел про этот бой. Так. Это я к чему? Пропусти пару ударов, сработай не в полную силу. Мирно не наш вариант. Сколько? До хера. Больше, чем получишь. Не, не наш вариант. Не, не надейтесь. У каждого своя цена. Купить меня тебе денег не хватит. Ну, дело твое. Это ведь не меня сейчас на ринге. О, ну конечно. Все, короче, пошли уже назад, а то люди смотрят. Пошли, пошли. Извини, можно тебя на пару слов? А ты кто? Надолго не отвлеку. Конечно, в чем дело? Ни в чем, а в ком. В бритве. Так. Мой папа с ним как-то дрался. Давным-давно. Когда бритва только начинал. Папа свалился в третьем раунде. Где я тормознул боль. Только бритва не остановился. 3 минуты еще калашматил. Он бы выжил, но... Могу представить. А дальше что было? Ничего. Конец истории. Моей старой жизни. Да и мне с ней тоже. Просто... Бритва должен получить по заслугам. Пускай поймет, что чувствовал мой папа. Без проблем. Поэтому я и здесь, малышка. Спасибо. Буду держать за тебя кулаки. Так, ну что, вы готовы к бою? Это вот эта бритва? Ехать, ты кто? Что? Один раунд и хватит с тебя. Будешь мне ноги целовать и молить о пощаде. Да. Это что за мразь? Начинаем. Вик, ты что тут делаешь? В смысле? Пришел посмотреть на главный бой года? Весь город гудит. Так что ты не подведи меня, давай. А поставь мне импланты. Блин, нет. Зараза. Ну ладно. Я готова. Дамы и господа! Ну, понеслась. Начинаем наш долгожданный финал. Бой до конца стрима, сегодня до конца жизни. Сегодня в бою сойдутся Фьюз, Бритва и Ви! Не слышу вас! Ну, по своим углам! Сесть в своем углу ринга. Блин, ринг еще маленький такой. Поставь мне модуль. О, ё-моё, это что за горилла, блин? Здорово. Как настроение перед твоим? Хреново, у меня кулаки не самые крутые. О-о-о, моя оборона. Ой, да я как бы где-то в душе помню. Спасибо огромное. Реал спасибо за поддержку. Реал Сидес на волокна, удары поглотители. Его можно по башке молотом бить, он глазом не моргнет. Так. Спасибо, успокоил. И что мне делать? Да погоди ты, блядь, я не закончу. У него есть слабые мышцы. Мышцы пресса. Ему неделю назад меняли мышцы пресса. И они еще не до конца прижились. Попадешь туда, ему будет больно. Больно, очень больно. А, понял. Спасибо. Буду иметь в виду.
Соперники готовы? Всегда. Начинаем? F5. Нельзя игру сохранить, сука. Да, начинаем. Не могу сохранить. Пусть победит сильнейший! Какая ты мразь, ты такой быстрый! Поддых! Поддых ему влови! Егать! Ха-ха, мразь! Ну чё, лох? Да бей уже, бей! Ну 5% я ему снял! Ха, лох! Ну иди сюда. Нормально. Пока все по кайфу. Выносливости нет. И это чемпион Найт Сити. Гори, тварь, гори. Давай. Ха! Давай. Слабенький. Нормально, 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 нормально. Красиво. Блин, вот сейчас я лажанул жестко. Давай. Бля, что это было? Эти стулья сраные. Стулья гребаные мешают. Нельзя было ринг нормально сделать. Ну давай. Ну давай, давай, давай. Ха! Лох! Ну хп у него до жопы просто. Гори, гори, елочка. Опа! Опа! Пузяку, тварь. Бля.
Лужанул. Красиво. Красиво. 13% всего осталось. Ну подожги, подожги его. По жопе. Сука. Блин, не могу попасть в парирование, не могу. Вот так вот. Ну подожги разок и все. Ну по один раз подожди. Давай, давай, давай. Да, все, ГГ ему. В смысле? Победу и приз достаются. Ай, я новый чемпион. Новый чемпион. Думаешь, с первого раза. С первого, думаешь, сука, я раза. Так тебя отпущу? А, сейчас, сейчас что-то начнется, смотри. Если у тебя есть мозги и жизнь дорога. Это только начало. Мы с тобой еще встретимся. Через день, через год. Через год. Мне кажется, мы с тобой больше не встретимся. Тогда до встречи. А можно пушку достать, его пристрелить? Не забивай. Так. Левел. Понял. Подожди, а с тренером поговорить? Чего непонятного? Не понял, подожди, а что? Все, это закончился квест, и все, я типа молодец, что ли? Серьезно? И все? Ну и ничего там, супер-пупер, какой-нибудь шмотки, чего-нибудь такого. В каком смысле они уходят? Все сразу? Да ты пиздишь! Кто уходит? А, во, малая. Ага. Ну да. Юз Бритва! Я откуда знаю, что нам теперь Бритва делать? Посрал. Ты, блядь, сколько менеджер! Там? Это твоя работа! Ну, 1002 это точно. Ну что сказать, я хорошая актриса. Угу. В смысле актриса? То есть ты всю эту историю про отца выдумала? Не понимаю, о чем ты. Ладно, мне пора. Ясно, понятно. Да уж, стоило догадаться. Я могу его завалить. Понимаете, да? Я могу его сейчас ваншотнуть. А, не, не могу. Ну что, блестяще. Блестяще. У меня отличный тренер. И ничего не дали вообще. Я думал, какую-то шмотку дадут, знаете, там, ну, машину на крайняк, я не знаю. Но я же великий чемпион. Вообще ни хрена не дали, просто ноль. Типа, ну, как-то обидно, по сути, да? Ну, немножко обидно. Ну, как-то грустно вот это чувство, знаете, вот этого, что тебя кинули полностью. Ну... Ой, ладно. Так нечестно. Я так не играю. А куда мне идти-то? Он какую-то фигню показывает. Сюда, что ли? Сюда? Куда идти-то? Что ты от меня хочешь? А, вот сюда, наверное. Ну, не, ну ладно, конечно, но все равно вот это чувство неудовлетворенности, оно как бы осталось. Как бы, блин. Это же все-таки финальный квест на бокс, алло. Ну, скорее всего, наверное, какое-то продолжение будет, я думаю. Там позвонят через день. Предлагали деньги, ну и что толком эти бабки, блин? Мне нужны шмотки, а не бабки. Чемпионом же быть круче, чем просто бабки получить, правильно? Чемпион уже еще какой-нибудь спонсорка полагается и прочая херня.
Ну, это логично, во всяком случае. Какая милая музыка. Воодушевляющая такая. Джуди. Джуди? Придумала. Ты мне позвонила. Джуди, ну наконец-то. Я так еще долго ждал тебя, Джуди. Приезжай ко мне вечером, и все узнаешь. Приезжай к тебе вечером? Рокси. Джуди, ну я уже еду. Джуди, я уже выезжаю. Подожди, кстати, Джуди. Кстати, Майка тоже будет. Как ты ее убедила? Достала козырь из рукава. Вечером расскажу. Что за говно? Только мне лучше вот что скажи. Ты какую пиццу больше любишь? Пепперони из саранчи и сыру побольше. С тофу, тунцом и ананасом. Я не люблю пиццу. Со вкусом артишоков и авокадо. Ёб твою мать. Пепперони из саранчи давай. Это вкусно звучит. Пепперони из саранчи. И много-много сыра. Наш человек. Да, сыра побольше. Так чего? Можно. Увидимся вечером? Конечно, увидимся вечером. А как же иначе? Привет, Ви. Говорят, какой-то солдат открыл огонь по прохожим на пирсе. Если получится, постарайся его не убивать. Опа. Просто выруби. Я пришлю за ним своих людей. Мертвая мадам. Сейчас получишь подробности. Мадам. Ой, удачи тебе. София Рамирес. Судя по одежде, секс-работница. Умерла во время пыток несколько дней назад. Ага. Секс-работница. Понял тебя. Рамирес. Ну, допустим. Сколько тут народу-то положили? Дай сохранимся на всякий. Что-то мне это не нравится. Совсем не нравится. Опа. Это что? Еще раз сохранимся. Сейчас какая-нибудь тварь на меня выпрыгнет. Опасная зона. Сохранится. Где-то... Киберпсихопат! А! Где? Вот он. Ой! Это было сложно. На самом деле. Очень. Я не знаю, как я справился, честно говоря, с этим квестом. Это... Да. Очень сложно. Мне кажется, мне нужно теперь отдохнуть после такого испытания в моей жизни. Мне кажется, ну, как бы... Я сделал все, что можно было. Мне надо прочесть какое-то дерьмо там. Какая-то хрень очередная. Вот эта хрень всю вот эту прочесть надо. И, в общем, отправить Регинке наше сообщение, что дело сделано. И Это было нелегко. Ой, нелегко это было. Где такой ган нашел? Я не помню. В одном из мест, это организованная преступность, где черепки синие. Где-то здесь, по-моему, на левом конце карты. Вот на таком черепке организованной преступности. Там рецепт на него выпал, и все, и пипец. Я эту пушку одел, и... Ой, жизнь никогда уже не станет прежней. Она поменялась. Просто иной оборот сразу, знаешь, на 180 градусов приняла. Я не могу остановиться теперь убивать все, что вижу тут. Но это довольно-таки забавно, на самом деле. Мне нравится. Каев, да и только. Уф. Мы можем туда протонуться сразу, не? Можем. Давай. Тут кого-то грабят.
Блять, ну я их опять обоих убил, прикинь. Рисуна пута. А, пута! Перевес опять, зараза. Так. А что я здесь вообще делал? А, я вас спасал. Или у меня не получилось вас спасти? Я даже не знаю, что происходит вообще. А, вот откуда будет. Все, ты свободна, мадам. Ладно. Как хочешь. Мое дело было предложить. Так, у меня здесь разбой. Прям вот в упоре у меня, да? Прям в упоре у меня тут разбой. Надо к нему заглянуть. А кто здесь вообще? Я просто никого не вижу. Тут, типа, кто-то есть, что ли, или что? Что происходит? А, во. Нет, это мирный. Подожди, кого мне убить-то надо? Выходи давай. Руки так, чтоб я видел. Ой, братишка, да подожди ты, я не понимаю, что мне сделать надо. Блять, чуть себя не убил. Она враг корпорации. Террорист. Угу. Все нормально? Вроде все нормально. Вертюр говно. Кто? Ты ко мне обращаешься-то, братишка? Я не пойму. Или ты с кем так дерзко базаришь? Открыть. Блядь, какие, а? Так, у нас тут еще два квеста, да? Новое место. А я разбой не сделал, подожди. Как так получилось? Я не подобрал что-то или что? А, я не плутал главный ящик. Прикольно. Прикольно. Неожиданно. Что за читерство через стену? Ну, электромагнитный револьвер, блин, етить, колотить. Он вообще просто такую, чумба, такую чумба. Дичь творит, мне страшно. Чумба-вумба? Вумба-чумба, на нахуй. Чумба-чумба. Да за то, что надо так. Не вижу. Где они? Кто по мне? Ах, вы твари. Угу.
Блин, менты, проблема. Нам менты приехали. Пизда мне. Все, пизда. Я не знаю, кого-то там убил лишнего и... Мне все время прикапывают. Сейчас, пацаны, я пойду кофейку нальюсь, я еще быстренько. Мне кажется, мне, в принципе, играя в киберпанк, надо постоянно херачить кофе, тогда соображалка работает. Сейчас, минуту.
Опа. Алло, где царь? Алло, прием. Алло, здравствуйте. Алло, царь у телефона, у микрофона. Что происходит? Кофеек делал, вкусный кофеек. Хочется кофейку, понимаете? Вот непреодолимое желание пить кофе. Не могу успокоиться прям. Кто? Че? До свидули, братишка. Ты же меня не убьешь? Не сейчас. Больно. Очень больно. Слишком больно. Мне надо внутрь попасть как-то. Я не хочу на улице воевать. Ну что, воюешь на улице, приходят менты всегда. Выдан орден, все, пипец, я опять с ментами. Жопа, надо валить. Как мне в окно влезть, блин? О, так лучше. Твою мать! Я на такое не подписывался! Понимаю, понимаю. Что поделать, братишка, что поделать? Терпи! Где-то здесь был. Ой! Да блин, убил меня, сука. Ну блин. Ну честно, ну я не знаю, как это получилось. Ну понимаете, я не знаю. Ну вот. Обстоятельства, сука. Как мне туда внутрь попасть, блин, так, чтобы ментов не агрить? Потому что, по-моему, это мент уже был. Врать не стану, дитя мое. Тебе предстоит войти в ресторан, работа. Да? Грязная работа, войти в ресторан. Сама понимаешь. Надо найти компромат на Хавьера Альварадо. Альварадо! Мои люди выяснили, что ты купил уже в Эльфинче Борьо. Это ресторан Валентино. Если нужны подробности, просканируй письмо. Ага, конечно. Конечно. Все не при... О, тварь! Напугал меня. Где еще? Вон сидит. Как тебе сказать, конец? Я бы поспорил. Тут внизу еще где-то были. Где-то были. Во-во-во. Гнида. Красиво. Давай пособираем. Что я тут навыбивал-то? Ань, ты еще не мадрый, в шкеле, мене, ванна, в шкеле, бри-бри-бри. Опа! Все нормально, все по кайфу. Кстати, заметили, да, что мне фиолетки начинают в основном падать в пушки? Видимо, левел большой уже, и как-то, ну, что-то в жизни поменялось все-таки. По крайней мере, стало значительно больше, как мне кажется. Кенсин, говно полное. Угу. Украсть, да. Блин, нет, не то. Что-то я не то сделал сейчас. Я, по-моему, взлом просто сделал. Или нет? Все второстепенные квесты сделал? Нет. Я вот как раз этим занимаюсь. Они думают, от их крестика в бюллетене что-то зависит.
В этом городе ты хоть куда свой крест можешь ставить, будет коррупция. Голосуют за одну и ту же сволочь. И каждый раз, сука, верят, что уж теперь-то все точно будет иначе. Что тут скажешь? Так им и надо. Пусть страдают. Так, сообщение прочесть. Ничего нового, да? Ну, в общем, здесь вообще ни хрена нету. Так, выйти из ресторана. Минуточку. Сейчас мы тут ревизию проведем. Всего того, что здесь есть. Правильно? Проведем. Еще как проведем. Даже не знаю. Больше тут, по-моему, ничего и нету. Кажется. Блин, уходим. Идеальная работа. Все по плану. Четко и по кайфу. Приятно работать, Ви. Заказ закрыт. Спасибо. Заказ закрыт. Тут еще один. Во, во-первых, у нас здесь это войнушка. Вашу ж мать! Твою-то ж мать! Кипаса, бляха-муха! Я перегружен, блин. Сейчас я все соберу и разберем это дело. Угу. Сейчас. Больше сразу нахапать. Так вот. Разбираем нахрен. А, вот он у меня отображаться начал. Что я сейчас сделал? Видите, он как-то отобразился только что у меня. Блин, только что же отображался. Блин, опять он опять не отображается. Да что за фигня? Он настолько имбовый, что даже дамаг его не пишет. Почему? Бесит. У всех пушек пишет, кроме этого, прикинь. Как так? Да, он реально не пишет дамаг его вообще. Он... даже таких цифр не знает, видимо. Катана. Ладно, оставлю ее пока. Хотя она не фамильная, нахер она мне нужна. Вот эту я оставлю, да, на всякий. Может, там из нее что-нибудь можно сделать, будет прикольно. А это нафиг не нужна. Так, что у нас по шмотам? По шмоту говно одно опять, да? Рыженького ничего и не находил. А чётче. Сиськи. О, штаны какие-то новые, смотрите. А, ну они хуже. А, нет, в какой смысле хуже? 138 будет в них, да? Они что, как выглядят? Как говно они выглядят. Вон, насрать, разберем. Блин, ботинки тоже. Почему они все без слотов? А, там были двухслотовые, я их разобрал случайно. Ой, ясно, я не заметил. Там текстура такая большая была. Ладно, пофигу. Новый уровень, что? Краткоствол давай, да, давай еще. Угу. Создание плюс еще дали. А, нет, это как раз за создание и дали, наверное. Так, хорошо. Что? Вот еще раз бой. Надо заглянуть в гости. Не, Last Oasis забей, там ничего интересного. Скучно. Не хочу Last Oasis играть. Б. Реально скучно. Все то же самое абсолютно. Там ничего сильно не поменялось по факту. Абсолютно то же самое все. Так. Блин, мне кажется, я зря это сделал. Я не понимаю, куда он меня ведет. Куда?
сюда, возможно, куда-то, да? Нет. Брешет. Не сюда и не туда. Куда? Здесь же нет... Может быть, здесь? Закрыто, нет? А куда ты хочешь, чтобы я попал? Помогите! Помогите, спасите! Может быть, с этой стороны? Давай попробуем здесь зайти. Анна, ты чего? Да нет, там есть игры. Сейчас будем играть в Тарков, в этот, в как его? В Оксигенку поиграем на стримах. Там игрушки-то есть еще порубить. А, это та самая хрень, которую я не подобрал. Ну, я молодец, понял тебя. Ясно. Я думаю, откуда здесь? Я вроде здесь все зачищал. Так, новое место. Может, киберпсих будет, по нем глянем. В Тарков охота что-то порубить, кстати, да. Пострелять там, бем-бем. Dual Universe нет. Унитазы забиты, пиво херовое. Dual Universe не хочется. Сейф. Да тут автосохранение, в принципе, тоже идут постоянно. Человек хочет освободить ближнего своего от груза земных ценностей. А, от груза земных ценностей, я тебя понял. Нужно украсть гитару Кэрри Евродина. Ага, ага, гитару. Работа простая. Апартаменты, да? Поехали. Плата высокая, давай. Работаем. Буду ждать. Жди, ожидайте. Все будет. Так. Кажется, нам повезло. Да и мне везет. Короче, не мучайся. Это все точно не то. Это не то? А ты откуда знаешь? Потому что он шарит в гитарах. Кирих и болван, но в гитарах он понимает. А это все полнейшие дрова. Угу. Понял тебя. Ну, Джонни шарит в гитарах явно, да? Ну, кто бы сомневался. Ну, надо признать, что мужик рубит фишку и в музыке, и в бухле. Что я это? Только одного не пойму. Он тончин какой-то. Что он нашел в Евродине? Найти гитару, найти гитару. Так, ну и где гитара? Может, в спальне где-нибудь? Ну, как вариант, наверное. Вот здесь, например. Штаны Джонни! Блядь, я его штаны нашел! Живем. А как это так? А почему? Это же просто сайд-квест какой-то левый. Ого, ты только глянь. Он тут целое святилище в честь нас замутил. Угу, только открыть я это не могу. А как туда попал? Здесь код. Какой тут может быть набор цифр? Честно говоря, я без понятия. Ну, попробуй 3 раза по 69. Смешно, но мимо. Почему? Блин, не сработало. Я не знаю. Давай взломаем. И тут тоже код. Блин, О, интересно. Бля, во Керри постарел, а? Это какого года фотка? Да свежая вроде. Смотри, дата. Дата, дата, точно. Это код от той двери, где сейф. Какая дата-то? Блять, я прослушал! Я случайно на С нажал сесть, блять. Где тут дата? Сука, какая дата? А, 2077. Не, логично, да, дата. Угу, раз два, блядь. Сука. Ух. Охуенная была тусовка. Керри так нажрался, что блеванул. Ой, какое зеркало? Не лезь в зеркало, подруга, не лезь ты в это зеркало. Не нужно тебе на свою лысую бошку смотреть. Вечно тыркаю туда.
Так, ладно, и что я должен делать? Фотография. Год съемки. 2065. Пожалуйста, изи. Гитара. Евродина. Крутя. Выйти из здания. Да, как сейчас помню. Очередь была как отсюда до Плимута. Если не больше. А после концерта мы гудели еще двое суток. И очнулись в отрезвителе. Так, так, так. Херовая там была акустика. Свет, кстати, тоже говно. А про жратву и говорить нечего. Но вот зато тёлочки огонь. Первый класс. Понял тебя, братишка, понял. Ну поехали вниз тогда, что ли? Раз тут делать больше нечего. Пое. Да комп, хрен с ним компом. Там только бабки лежат, причем копейки, как правило. Да задал бы вот это хакать вечно. Там реально взламываешь, 400 баксов тебе дают. Хотя за квест тут по десятке уже дают или больше. Не понимаю, какой в этом смысл. Типа он... Бэ, неинтересно. Так, оставить гитару в почтомате. А где почтомат? О, второстепенное задание. Блин, подожди, почтомат далеко. Давай тогда второстепенное. Я не могу выделить второстепенку, это схренали. А почему? Потому что, наверное, надо сначала в почтомате сдать эту тварь. А где почтомат-то? Я что-то потерял. А вот он. А, он с рекой меня ведет. Охренеть. Охренеть. Ладно, давай на тачке покатаемся. Я не пойму, у меня перевес или что? Почему я ходить не могу? Бегать. Бугать в пещере. Не знаю даже, я вот на какой-то тачке еду. Вот. Серьезно, даже не знаю. Находил ли? Полиция Найт-Сити заканчивает очередной сессию в минусе. С начала 2077-го капитализация департамента упала на целых 17%. Обидно, все так хорошо начиналось. В 2076-м ее, наконец, приватизировали. Был объявлен амбициозный план реструктуризации. Постепенная замена служащих дронами. 5 евро-долларов за минуту для звонящих на горячую линию. Тесное сотрудничество. Ну тормози, тормози. Сука, ты же легкая тачка, должна моментально тормозить. Ну, по идее. Да, бегать я не могу, реально. А прыгать-то? Ну, хотя бы прыгать могу, и на том спасибо. Пошел в жопу. Что так вот и топаем потихонечку. Видимо, реально из-за гитары. Психофан. Нет, сро бегать не могу. Бак. Ты хорошая наемница, Ви. Гитара теперь в нужных руках. Что у нее с артом вот тут? Что это такое? Ля какие шортики? Ля закрываю как... этот заказ и перевожу тебе награду за труды. Переводи, переводи, молодец. Какого хрена я бегать не могу? Здравствуйте, доброе утро. Опять багуля, опять игру рестартить надо? Или что мне надо делать?